Мы прибыли в город Гомель. Осмотрим номер гостиницы «Сош». Александр, уйдите. И так все знают, что вы устали. Гостиница, холл гостиницы очень красивый, изумрудного цвета. Я уж думала, мы в какую-то элитную гостиницу пришли. А почему он нет? Может, там и есть номера шикарные, откуда ты знаешь? У нас, как всегда, стандартный номер. Стоит он приблизительно 1500, может быть, 1600. 54 рубля в сутки. Но, честно сказать, в номере есть все. Это электрический чайник. Ну, телефон, понятно, он нам не нужен. И телевизор. И урчащий холодильник, как будто голуби в нем живут. Еще не морозили. Но самое главное, это набор туриста. Вилочки, ложечки, чашечки, рюмочки, открывалочка и даже досочка с пепельницей. Шикарно. Есть типа шкафа-купе, где мы можем увидеть наши подушки, на которых мы сегодня будем спать. Ящички. Две дверки. Здесь у нас... О, здесь еще вешалки. То есть здесь еще что-то можно повесить. Огромное зеркало и две кроватки. И еще один плюс – это светильнички над кроватью. Еще с такими звездочками красивыми. Вид из окна покажу опять же завтра. Мы опять приехали, когда поздно. А шкафчики вот тоже прикроватные. В общем, я лично очень довольна номером. Считай, за 1600 дали нам все, что надо. Теперь мы посмотрим ванну. Ванна шикарная. Ну, в смысле, не ванная, а ванная комната. Красивая, ремонт явно новый. Полотенчики, все есть. Даже есть вон паласик, чтобы из душа выходить. Как всегда, гели-шампуни, здесь мыльца и вот такой душик. Вот, очень красиво. И еще, забыла, при входе у нас шкаф такой вот. Там, наверное, Нарния находится у нас. Ой, чуть не упала. Значит, этот шкафчик. И даже вон сверху есть. Он, в общем, он либо закрыт, либо очень туго закрыт. Не буду ломать. В общем, все супер. Вид из нашего окна. Здесь стоянка. Это внутренний двор. Последний город, который мы посетили в наши новогодние праздники, Гомель, это второй город по численности населения в Республике Беларусь. Основан в 1142 году и расположен на одной из крупнейших рек Беларуси, реке Сож. В свое время был в составе Черниговского княжества. В 1335 году был присоединен князем Альгердом к Великому княжеству Литовскому, затем в составе Московского княжества. В 1569 вошел в состав Речи Посполитой. С этого момента город все чаще подвергается набегам со стороны малороссийских казаков и русских войск. Даже Иван Грозный брал Гомель. Как и многие города Беларуси, в состав Российской империи Гомель вошел после раздела Речи Посполитой в 1772 году. В 1775 Гомель стал подарком Екатерины II для русского полководца, героя русско-турецкой войны, графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского. При нем город становится частновладельческим местечком. А вот с именем его сына Николая Петровича Румянцева связано формирование Гомеля как города. 25 лет он строил город своей мечты. В 19 веке новым владельцем Гомеля становится князь Иван Федорович Паскевич, русский полководец, государственный деятель и дипломат. Еще один человек, сыгравший важную роль в жизни Гомеля, сноха Ивана Федоровича Паскевича Ирина Ивановна. Ею был учрежден приют для малолетних девочек, построено богадельня, мужская классическая гимназия и даже глазная лечебница. Княгиня способствовала постройке в городе водопровода.
Во время Великой Отечественной войны Гомель был оккупирован Германией с августа 41 по ноябрь 43. Был разрушен более чем на 80%. Почти все промышленное производство было уничтожено. К 1950 году город был полностью восстановлен. Следующее испытание на город выпало в апреле 86-го – авария на Чернобыльском АЭС. Гомель оказался в зоне радиоактивного заражения, да еще и экономический кризис. Все это привело к резкому снижению уровня жизни. И только с 1996 года Гомель начал постепенно возрождаться. Главная достопримечательность Гомеля – Гомельский дворцово-парковый комплекс. Он включает в себя дворец Румянцевых-Паскевичей, парк XIX века, собор Петра и Павла, часовню-усыпальницу семьи Паскевичей, несколько хозяйственных построек, зимний сад с башней обозрения. Кстати, башня обозрения – это труба бывшего сахарного завода. Площадь парка-усадьбы – 34 гектара. Здесь насчитывается около 5000 деревьев – клен, каштан, липа, береза, ясень. Есть и экзотика, например, бархат амурский, сосна черная, дуб гребенчатый. Дворец построен в стиле классицизма. Сейчас внутри музей. Единый билет стоит 7 белорусских рублей, фото-видео – 1 рубль, аудиогид – 1 рубль. По единому билету можно посетить дворец, зимний сад, грот дворца и башню обозрения. Первый этаж дворца – это парадные помещения, колонный зал, красные и белые гостиные, зал торжественных приемов. В колонном зале можно увидеть бюсты владельцев усадьбы Петра Александровича Румянцева-Задунайского и Ивана Федоровича Паскевича. В зале торжественных приемов – портретная галерея знаменитых людей Гомельщины. Самым красивым залом является красная гостиная. В помещении домовой церкви представлены разнообразные экспонаты. В основном это иконы и церковная утварь. В белой гостиной сейчас находится камерный зал, где проводят концерты органной и фортепианной музыки. Далее мы проходим в ту часть дворца, где находится башня. Ее высота 32 метра. На каждом этаже экспозиции, посвященные истории города, владельцам дворца, периоду революции, периоду Великой Отечественной войны. На последнем этаже – современное искусство. Башня высокая. Подъем узкий, вдвоем не разойтись. После того, как мы спустились, минут 20 ноги тряслись от усталости. Вот так вот. Поднимаемся на высоту 12 километров. Выше, чем летают самолеты. Ты жив? Жив, цел, орел.